Привет! Вы на канале «Простые рисунки для детей». И я решила снимать не только рисунки, но и настольные игры, например, как шашки, шахматы, башенки, компьютерные игры. И в некоторых видео будет бельчонок, это моя морская свинка. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайки на них. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на канал. Хорошо. Только это будет видео. Это сейчас будет комбинация номер 4. Сейчас я покажу вам комбинацию, когда отдают 2 и забирают 3. Перед этим не забудьте поставить лайки. Я делаю отчет, и вы должны успеть поставить лайки. 3, 2, 1. Хорошо, я начинаю. Для комбинации нам надо походить сюда. Это у черных все равномерно, а у белых только на правой стороне нормально много шашек, а на левой всего одна. Но все равно черные попались на ловушку. Вот, надо сначала походить сюда. Затем мы отдадим одну шашку, потом вторую, потом возьмем третью. Вот. И теперь на черные, допустим, идут сюда. Это единственный ход. Белые в дамки. Потом черные идут, например, сюда. Черные идут сюда. Белые вот сюда. Потом черным можно идти только сюда и сюда. Напротив сюда. Вот. И мы их бьем. Это было номер 4. Комбинация номер 4. Ставьте лайки. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. Всем пока!